Всем привет! С вами енот, замок штурмом берет! Сегодня у нас война замков, сегодня мы должны быть доблестными, сегодня мы должны... Вот, хороший залп, замечательный залп. Тут, собственно, все по стандарту достаточно идет. То есть у нас есть вверху различные самые юниты, есть баллисты, например. Но баллисты лучше стрелять не по толпе, а по отдельным солдатам, то есть по отдельным большим монстрам. Допустим, вот есть катапульта, смотри, вот сейчас... Оп! Ой, там, смотри, что поди, там на нас огры идут, назад, не туда, да что ж, как трудно целиться, вы бы знали, как трудно целиться, ужасно трудно целиться. Давайте-ка мы своего огра пошлем, вот, своего огра, он покажет этим маленьким оркам, что есть что, они тоже, кстати, огра послали. Ладно, в подмогу. Так, нужно убрать этих малышей. Надо убрать... Ох, что происходит? Так как много всех. Так, стреляем из катапульты. Давай. И, наверное, дракошу. Выпускаем дракошу. Да, это наш последний шанс для того, чтобы... Вот. Отлично, еще подмогу. Ну, вообще, дела у нас так себе на самом деле. Хотя нет! Нет, все нормально. Они бегут! Есть! Виктори! Вот, дракон зарешал. Дракон просто батя. Всех прибил. В общем, снизу у нас выходят юниты, да? А сверху различные способности, которыми мы сами управляем. Когда и чего. Маг делает защиту замка. Значит, лучники стреляют по врагам. Только здесь вот очень трудно наводиться. Прям ужасно трудно наводиться. Вообще, я воюю против своего соседа. Понимаете, он построил замок, падла такой. А я ему говорил, что я хочу там сделать огород. Я хочу там сделать свой огород. Помидорчики, огурцы, понимаете? Понимаете, да? А он, падла, построил там свою домину. И главное, посмотрите, какая домина-то некрасивая. Ужасно некрасивая. Кто такой дом вообще строит? Вот скажите мне. Ужасный замок, вот нет, что мой замок. Вот мой замок, ну красивый мой замок. Ой, своими же камнями своих же побил, ну как же ж так-то. Некрасиво получилось. Так, стрелы. Маг хорош. Выпускаем огра, чтобы им неповадно было ходить, понимаете ли. Так, стреляем еще. Выпускаем рыцарей, чтобы они поддержали. Его огра нужно его огра вот этими вот большими копьями вольнуть. Выпускаем дракошу, все плохо, поэтому выпускаем дракошу. Быстрее, дракоша! А они тоже выпустили дракошу. А мой дракон попал. А мой-то дракон попал по ним. А их дракон не попал по моему. Вот так все, их дракоши уже нет. Нормально, так, поддерживаем огра. Отлично. Отлично, все хорошо. Лучники. Ох, все неплохо. Все в принципе складывается. Еще одного огра. Что ты думаешь, у меня последний огр? Ха! Как бы не так, мужик. Не то, что было. О, лучников надо завалить другими лучниками. Вот так, отлично. Ох, у них еще один огр. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ничего страшного, у нас еще есть рыцарь. У нас еще дракоша, все еще живой, уже не живой. Да, это печально на самом деле. Но смотрите, мы как держимся. Как все держится-то, прям на последнем издыхании буквально. Давай, рыцарь, я верю в тебя. Ты можешь, я верю. Ты могешь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Прикиньте, да, он... своими камнями, ах ты сосед, ты злополучный. Ну и пусть там твой замок стоит, пусть стоит. Мне все равно, я в другом месте огород поставлю. Пойду к другому соседу, пойду к Петьке побью. Петька-то он послабее, чем ты. Так что посмотрим. Вот, оппонент найден. Поехали, оппонент. Мой оппонент. Как он так быстро сразу выстреливает буквально? Вот я еще не начал даже свою атаку, он уже начал стрелять. У него, по-моему, первым делом именно стрельба идет. Так, выпускаем еще солдат. Нифига подобного, блин. Это ж надо, а. О, смотри, какие толпы прутся, понимаете ли. Ой, нет, не то. Так, ну, я, кстати, мага практически не использую. Но маг, он для защиты своей крепости идет. Так, выпускаем рыцарь, выпускаем ополчение. Так, выпускаем камни, выпускаем прям на них. Прям на замок выпускаем камни. Ах ты, он, смотри, поставил
Какой молодец, как хорошо. А, я все равно попал. Что выставил, что не выставил, все равно не повезло. Мои-то лучники крутые. Точнее, катапульты. Так, еще лучниками. Постоянно нужно не забывать обстреливать лучниками позиции. Нужно не забывать это делать. Так, нет, дракошу пока оставим. Дракошу пока не выпускаем. Еще не тот переломный момент, когда мы могли бы выпустить нашего дракона. Так, еще раз валим его позиции камнями. Так, я надеюсь, что сейчас он щит не под... Поставил щит! Да что ж ты за падла-то такой? А, все равно, смотри, как хорошо получилось. Все, дракона. Время выпускать дракона, потому что иначе наши сейчас мораль потеряют. А нам нельзя, чтобы они потеряли мораль. Нам нужно быть сильными. Так, два огра вальнули, еще одного выпускаем огра. Я знаю, что они сильные, ничего страшного. Он выпустил катапульту. На-ка тебе, я тоже выпущу катапульту. Фигушки тебе. А на огра сейчас попадет, смотри. Нет, не попало, ну что ж за фазуля такая. Ладно, выпускаем своего рыцаря. Все на самом деле не очень хорошо. У нас уже не остается практически воинов, но у нас... Да! Наш дракон вытащил нас. Ну что, Петька, буду огород ставить на твоей территории. Да, как я и хотел. Помидорчики, огурчики, соленья, кабачки. Ух, хорошо. Ну что, давайте еще одну сыграем. Чтобы у нас уже было как-то 3 победы, да? Давай. Эроу мастер, это действительно. Мастер. Давайте сломаем. Пойдем к Витьку. Витек тоже мне тогда задолжал так лопату и не отдал, зараза, понимаете? Так и не отдал лопату. Посмотри, сразу выстреливает. Вот сразу, буквально, мои только выходят, он сразу палит. Ну что же это такое-то? Как так происходит? Но все равно, смотри, я лучше стреляю. У меня получше. Вон как я их намного больше пробиваю. Не то что ты. Не-не-не-не-не. О, гляди, как круто. А ты своими финтиплюшками. Чё ты в меня своими финтиплюшками-то стреляешь? Это фигня все. О, знаете, что нифига? Ох, сейчас ему не поздоровится. О, я промазал, к сожалению. Я бы хотел... да не в тебя я стрелял, я... Ох, как хорошо-то камни, смотри, как хорошо прошлись по новым. Так, нам нужно еще выпускать ополчение. И огра, потому что наши не выдержат напора вот этих орков. Орки жесткие ребята, так что... Орки это орки. С орками шутки плохи, ох, плохи шутки. Так, дракош пока... Нет, пока рано выпускать дракона. Сейчас нужно выпустить камни. Так, камни, отлично, камни немножко подзадорят их. Хорошо, не в тех попал, в кого хотел. Они выпустили дракона, ладно, я тоже дракон, что ты думаешь? Почему их дракон в моего попал, а мой дракон какой-то лажевский и ни в кого не попал? Ну как это так? Как это так вышло? Дракоша, что ж ты умер? Дракоша, на кого ты меня оставил? Зараза ты такая. Это же надо, а? Ну, еще одного нужно выпускать, потому что драконы, это печально. Ладно, хочешь по-плохому? Помни, по-плохому, Витёк. Лопату мне не отдал, так что все, держись. Да ты посмотри, как он четко выпускает свои эти. Не дает мне его замок атаковать, и все тут. Вот не дает и все. А я сейчас сосредоточусь на его замке, знаете. Мне как-то пофиг, буду его замок валить. Ну, к сожалению. Мы выиграли, а мы победили. А Витёк лопату мне все-таки отдаст. Отлично. Еще его лучников, смотри, половину поповалил лучников своими луками. Ха-ха. Прекрасно. Ладно, на этом, собственно, все. С вами был Енот, замок штурмом берет. Хороших вам игр и свершений. Пока-пока.